Он сейчас не сможет попасть четко прыжком, смотрите. Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Рейди, не он ли он, Муф, Бульбазавр, пацаны, скажите веселые слова. Всем здорово. Всем здравствуйте. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и все написали в комментариях, чтобы мы поиграли на карте Лабиринт. Есть теперь, кушайте, приятного аппетита, а у нас сегодня выживание в Лабиринте. Все, я его удалил, ну что, давай, боец, иди сюда к нам. Посмотрим, сможешь ты нас убить или нет. Ребята, вы его видите? Он побежал. Да я вижу, бежит. Кстати, если ты будешь перепрыгивать стенки, ты к нам быстрее придешь. Да. Давайте посмотрим зум на какой у нас на камере. Прыгает. Стрекозел. О. Кстати, пацаны, он сейчас быстро к нам придет, готовьтесь. Он уже практически пол лабиринта прибежал. Так, приближается монстр. Ребята, сейчас будет что-то интересное, потому что кто-то все-таки проиграет. И в конце, как обычно, у нас останется один выживший и миллион монстров Хендерсона. Он поднимается. Я перепрыгнул заранее, сразу. А он сейчас не сможет попасть четко прыжком, смотрите. Ой, блин, давай все, Миша, вся фигня, давай по новой. А, кстати, там кто-то этот спрыгнул вниз уже. Можешь мочить, вон они внизу бегают. Ладно, поднимайся, поднимайся. Я уже перепрыгнул красную ту вышку, где ты бежишь. Ой, чувак со снайперкой, сейчас тебя он убьет. Я бы рекомендовал тебе промахнуться. А, я думал, ты промахнешься. Ну что, ребята, смотрим, как он опять упадет, смотрите. Блин, ребята, это очень весело. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. А мы сегодня поугараем и повеселимся. Там еще один упал. Я вижу, я вижу. Да что ж ты падаешь? Бей его, упал. Быстрее, быстрее, быстрее за ним. О, отлично, ребята, битва началась там. Скорее всего, не битва, а просто веселая погоня. Так, на эту сторону. Чекаем, все внимание. За ним, за ним, за ним. Быстрее, 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 он не успеет. Спрыгнул. Я вижу, так, спрыгнул. Пошел на нашу вышку. Да что там происходит? То тот вверху, то тот внизу. Непонятно, что происходит. Так, они к нам. Ребята, готовьте спрыгивать. Да не, перепрыгивать. Ой, камера же зазумленная, было, кстати, неудобно. Опять вниз упал. Ребята, это симулятор падения. Я даже рад, что мы выбрали Муфа, потому что он говорит, я играю профессионально, сейчас всех замочу, давай. И себя тоже. Опять поднимается. Классно, что вышка долгая такая, длинная. Есть время перепрыгнуть. Отлично. Смотрите, как он сейчас перепрыгнет. И опять мимо, смотри. А! Ё-моё! Минус Дима. Ёшкин матрёшки! Как ты выжил? Я выжил, да, кстати, я выжил. Так, я поднимаюсь на вышку, пацаны, я поднимаюсь на вышку. Скелета давай. Сейчас было 35 хп, сколько у тебя? А, каждое падение по 10 хп отнимается. Все, я поднимаюсь наверх, пацаны. Угу. Ой. Отлично, отлично. А где он там? Буль, не надо, Маф, пожалуйста. Нет, я не... Я, давай наверх. А где он? Я вообще его не вижу. Вот он перепрыгивает. Ребята, это реально смешно уже. Буль, ну, спасибо. Так, ну что, он опять поднимается или нет? Так, так, так. Маф, ты где? А где он? Я его не вижу. Вот он гоняется за пацаном. Уйди, не он ли он? Так, смотрите, смотрите, что он хочет сделать. Опять поднимается. Он еще никого не убил ни разу? Нет. Пацаны, кто проиграет даже естественно смертью, тоже стоит монстром Хендерсона. Потому что вы будете прыгать, и в итоге так нечестно будет. Чтоб вы боялись умереть. За каждое падение 10 хп. 9 раз падаете, на 10 умираете. Сколько у меня вообще хп? У меня 25 хп? У меня мало жизни, я еще один раз могу спрыгнуть, ну два и все. О, косожоп. Ну что? Нет, я не хочу. Он упал?
Да ты что, издеваешься, что ли? Ты что, падаешь? Нет. Это выживание на вышке, очень прикольно получается. Так, ну что, он опять лезет или не лезет? Давайте возьмем камеру, чтобы можно было зумить. Ходит, ходит, псих, прыгает. Так, пошел сюда. Ну что ты, никого не можешь убить? Так, взяли сегодня неумеху, который очень плохо играет. Так, опа, опа, считай, попал. Еще чуть-чуть. Да, не он ли он? Не он ли он? Теперь два монстра? Блин, они теперь могут две вышки одновременно залазить. Да. Блин, это, кстати, очень так честно. Так, давайте поставим здесь спаун, чтобы было интереснее играть. Так, монстра Хендерсона нету еще. Hello. Отлично, я спрыгнул. Я перепрыгнул. А где он? Блин, да я не увидел. Да серьезно, да ну блин. Да, ну блин, как всегда так красиво умирать, надо еще уметь. Да блин, ну это было четко. Хотел спаун реально поставить, но не получилось. Ну что, давайте тоже берем монстров Хендерсона. Теперь пора показывать, как надо играть. Пока. Ну что, бежи. Ого, там уже и черви вонючие. Прыжок. У нас разгончик уйдет. Это классно, перепрыгиваешь далеко. Так. Разгон, разгон, разгон. Прыжок. Во. Хотя надо вот сюда с краешку. Все, я выхватил, как быстро перемещаться на этой карте. Отлично, ребята. Теперь вообще жир. Че я раньше не догадался, что так можно? И не надо прыгать. Ну че, пацаны, идет убийца настоящих игроков. Где вы? Сюда иди. А чё, всех убили, что ли? Нет. А где вы? Я живой на вы. Ладно, нет, я спрыгиваю. Не все. Прыгиваешь, да, говоришь? Не все на вышке. Убил? Я уже слез. Ой. Есть, есть, бульбазавра убил. Ребята, лящ мира. Еще кто-то есть? Да, я. А где ты? Я вижу вас. Я на спавне. Ты на спауне? Да. Так мы сейчас к тебе придем все. Ты знаешь, как нет, можно прийти к тебе быстро? А я его не вижу. Вы видите его? Так, так, так. Внимательно. Вижу всех прыгучих. Прыгаем. Нет, нет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ай-яй-яй, чуть-чуть. Нет. Ты на спауне, да? Нет, я ой, уже место побежал. Классно. Ребята, вот это нычка. В следующий раз мы, когда будем играть в прятки, вот это будет нычка века. Так, ну что? Где он? Где этот подлец? За мной! Вижу. Ах нет. Ты! Сейчас, ребята, мы его накажем. Сейчас только меня еще накажет. Так, смотрите, ой, сейчас он будет бежать сюда. Ах ты, говно, в ночной лабиринт забежал, ребята, ночной. По теням видно, где они бегают. Смотрите, вот тени. Прикол. Вот. А где еще кто-то? Никого нет? Вон он, что ли? А нету, наш игрок. Блин, пацаны, мы его теперь не найдем в ночном лабиринте. Все, убили его? Нет, нет. Это ты еще живой, получается? Я еще живой, да. Ой, здравствуйте. А где ты? Мы в ночном лабиринте. Так там же нифига не видно. Я иду тоже туда, что ж делать? Надо ж мочить, помогать пацанам. Ты, тварь, а? Так, надо как-то наперед думать. Смотрите, если сейчас он будет бежать сюда, я нажимаю удар. Ах ты. Как все хотят его убить, и все гоняются за ним. Ну, ребята, как всегда, лучший удар за мной. Ну что, ребята, теперь играем каждый сам за себя. Кто выигрывает из монстров Хендерсона, тот лучший игрок. Кто проигрывает, ждет, пока другие сыграют и не берет никого. Просто ждет. Ну что, давай, кто тебе против меня? Иди сюда, червяк вонючий, иди сюда. Следующий. О, я проиграл, блин, я так хотел, чтобы в конце ролика я был красавчиком. Сейчас, ребята, я вас всех убила. Да нет, ты не сможешь всех убить. Давайте. Я. Кто остался еще? Я. Кто остается последний? Кто выиграл? Не, иди сюда. А, еще вот. Да, ребята, еще у нас битва здесь. Ой-ой-ой. Бульбазавр лучший?
Да ладно, реально красавчик. Мне нравится то, что ты выиграл. Ну и по старой традиции. 3, 2, 1. Прощайте. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще.